Сейчас я нахожусь в Геленджике, в районе маяка, на диком пляже. Попасть на этот пляж может только тот, кто умеет лазить по скалам. Поэтому здесь очень мало народу. И здесь уникальное природное явление. Водопад прямо из толщи скалы. Водопад пресной воды стекает. И можно омываться, купаться в море и тут же омываться в водопаде. Что мы сейчас с вами попробуем сделать. Ой, уже брызгает. Хорошо. Вкусно. Ух! Ура! Омываемся. Благодарю вас всех за поздравления и добрые пожелания. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов.